Образец номер 5. Молоко пастеризовано 2,5%. С одного глотка распробовать молоко или кефир, оценить по нескольким критериям и по каждому выставить баллы. Сегодня дегустировать продукты пришлось не только профессионалам, но и новичкам. Владимир Грицаенко работает в областном управлении экономики. Раньше, признается, приходилось дегустировать колбасу, молочку – никогда. По молочной продукции впервые участвую в конкурсе. Вот, ну, как потребитель продукции, вот, ощущаю разницу в образцах. Ну, на мой взгляд, ставлю объективные оценки. Чувствовалась разница. Были очень вкусные, были, ну, в общем, продукция разная. Сегодня первый этап областного конкурса качества молочной продукции. Такое состязание областные чиновники уже 7 лет подряд проводят в Харьков-Стандарт-Метрологии. В этом году дегустаторам нужно было отведать рекордное количество образцов – около 80. Специалисты говорят, чтобы не переесть, нужно пробовать совсем немножко – пол чайной ложки. Оценивать не обязательно натощак. Главное, чтобы человек был здоров. Узнать продукцию какой компании пробуешь нельзя. Все образцы зашифрованы. Сейчас в Харьковской области молочку производят больше 25 предприятий. Но на конкурс свою продукцию решились прислать немногие. Мы всем рассылали приглашение на участие в конкурсе. Но из такого количества предприятий в конкурсе пожелало принять участие всего лишь 7 предприятий. Это говорит о том, что, скорее всего, предприятия, которые не участвовали в такого рода конкурсе, не совсем уверены в качестве своей продукции. Еще 2 недели специалисты будут проверять качество продуктов по другим показателям. В конце февраля назовут лучшего регионального производителя молочки. Организаторы обещают сразу же поделиться результатами конкурса с харьковчанами. Анна Бравко, Евгений Педин, медиагруппа «Объектив».